И для «Авангард ТВ» мы сейчас у Василия Уткина поинтересуемся некоторыми вещами. Василий, мы уже, наверное, не первые, кто спросит, но как вообще вам на арене, как вам то, что творится на льду, рядом со льдом, на трибунах, какие-то общие ощущения? Девочки очень красивые, танцуют, болеют люди, я думаю, прекрасно. Единственное, что я слыхал, что рядом должно было быть два яруса. Но вы знаете, в Ярославле была такая же история, я слышал. Если мы знаем, что у вас очень богатый опыт, и вы были много где на спортивных соревнованиях, с чем это можно сравнить, то, что здесь творится? Ну, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не очень часто бываю на хоккее, вот именно в разных городах, чтобы на стадионах. Поэтому тут мне сравнивать сложно. А вообще везде же аудитория своя, везде все разное. Поэтому, понимаете, здесь же главное, вот всегда всем болельщикам хочется услышать. Слушайте, ну как у вас, так больше нет нигде. А хотите, я это скажу. Но, по-моему, самое главное, чтобы у публики в конкретном городе была какая-то своя изюминка. Не то, чтобы кто самый-самый, а чтобы вот по-своему все были самые-самые. Мне здесь нравится, мне кажется, что здесь какая-то изюминка есть, безусловно. А что это за изюминка? Или это какое-то общее ощущение? Вы знаете, я еще не раз пробовал, я всего два периода посмотрел. И как вообще то, что на льду там бегут игроки, движется шайба, все это воспринимается криками, ну это смотрится? Этот матч, в котором команда, которая играет дома, может в любую секунду умереть. Мне кажется, что для такой ситуации «Авангард» для себя очень круто, очень здорово, очень драйвово. Вот. И я очень переживал, когда вот сейчас во втором периоде был момент, когда сначала 4 на 3 играли, потом 5 на 4, потом преимущество сохранялось. Я подумал, что вот если сейчас не забьют, то потом, скорее всего, будут об этом очень-очень сильно жалеть. И все-таки они загнали эту шайбу, я за них очень рад. Конечно же, я сегодня болею за «Авангард», потому что у меня нет серьезных симпатий в хоккее. Ну а что же, я приехал в Омск посмотреть на то, как здесь люди болеют, как здесь люди смотрят. Ну что ж мне за слова-то болеть? Я вот это в Уфу поехал посмотреть.